Международный день защиты детей для маленьких жителей микрорайона Кожзавод превратился в настоящий праздник. Сегодня для них открыли игровую площадку, на которой местная детвора и отметила свой праздник. Тему продолжит мой коллега. Песни, танцы, увлекательные конкурсы и многое другое. Для маленьких жителей Кожзавода здесь устроили настоящий праздник. Детвора с удовольствием участвовала в разных конкурсах. К слову, таких игровых площадок в микрорайоне насчитывается очень мало, а те, которые есть, находятся в плачевном состоянии. Так что не только дети, но и взрослые не очень рады такому обновлению. Все очень нравится, очень прекрасно. Это хорошо, что такая идея хорошая построить здесь детскую площадку. Дети наши в особенности рады. Посмотрите на них, как они веселятся, как они радуются, как все хорошо и отлично. Большое огромное спасибо всем. Мне больше всего понравилось карусели и вот эта вот лазилка. Мы теперь с ребятами будем часто здесь играть. Ну, мне, в принципе, нравится тут. Тут атмосфера очень веселая, все радуются. Понравилось мне тут, что можно повеситься, побегать. В ближайшее время на площадке установят горку и дополнительное оборудование, заасфальтируют прилегающую территорию. По поручению акима города с приходом летних каникул досугу детей уделяют особое внимание. Особенно это касается окраин города. Что касается работ по благоустройству по городу, то у нас есть проект «Бюджет народного участия» в этом году. По данному проекту планируется установить 8 детских площадок. Также сейчас идет завершающий этап конкурсных процедур по 20 детским площадкам и 30 спортивным тренажерам. Они также у нас в порядке очередности появятся во дворах нашего города. Радости детей в этот день не было предела. Музыка и смех звучали здесь на протяжении всего дня. Илья Кудряков, Анатолий Беланок, служба новостей.